января, значит, все салаты доедены, новогодние фильмы просмотрены, и самое время активно ворваться в 2020 год. Сегодня на площадке перед ЦРТДЮ собралось порядка 600 человек. Все они решили принять участие в зимнем марафоне серии стартов «Железный варяг». Зимний марафон серии стартов «Железный варяг» мы проводим уже третий год подряд. На сегодняшний день у нас зарегистрировалось 555 участников на соревнования. Такие города, как Казань, Уфа, Ижевск, Набережные Челны, Екатеринбург, Пермь. И есть дальние города, это Москва, Нижний Тагил. География участников очень обширна. Выступает самому юному участнику это 3 года. Они бегут там вместе с родителем за руки свою дистанцию 300 метров. И самому взрослому участнику 72 года. Давай, беги, беги, давай, малыш. Беги. Амир, Амир, давай, беги. У меня хорошее настроение. Я бегу 600 метров. Я пытаюсь на лыжи. Выхожу на борьбу. Хорошо. Сегодня почему решил принять участие? Чтобы выиграть. Легкоатлетический кросс для Эльмиры. Сам я бегу 21 километр. Ага. Вот. Как бы готовились, она и плавает, спортсменка, занимается, все классно. И, ну как, вот решили принять в зимнем марафоне, как так называемом. Постоянно тренируюсь, 5:25 у меня старт каждое утро практически. Да, отличается зимний старт, все равно тяжелее бежится, где-то скользко, где-то снег, поэтому тяжелее, но надеюсь, нормально выступим. Так, приготовились, уже скоро будет старт. Медали диплома. Давайте первое фото сделаем и поаплодируем, а потом вторым потоком. Так, давайте фотографы. Получить будет завтра в магазине «Варяг Спорт» после обеда. Ладно? Не переживайте, после обеда завтра. 500 метров, пока не встаем. Жители уже 1 числа приняли активное участие в обеих обещаний. Это было на тропе здоровья. У нас каждый день, можно сказать, расписан поминутно, где люди могут принять участие и в массовом катании, на ледовом катке. Это тюбинг-парке, это тропа здоровья. Озеро Светлое, там у нас ежедневно идет выживание. На этом не заканчиваются все каникулы. Ну и продолжение каникул. У нас 7-го будет рождественский турнир по хоккею в Башкирской гимназии. 7 числа у нас рождественская гонка будет. Лыжная. Поэтому всех горожан, гостей города приглашаем принять активное участие в спортивных мероприятиях. Все отлично. А? На стадион сразу врача полный. Сегодня такой день физкультурника, я не могла остаться в стороне. Мы все группы пришли сюда. Сколько, какая дистанция у вас? Дистанция 4 километра. Тяжело прекрасно. Бежать? Нет, ничего, это же не бежать, а шагом пройти. Это совсем не трудно. Для детей, для взрослых готовим вкусную гречневую кашу. Рассчитываем где-то накормить от 700 до 900 человек. Ингредиентов говорят секрет, но в принципе на кашу где-то ушло около 50 килограмм гречневой каши, морковь, лучок. Все это было запассеровано, чтобы было повкуснее, чтобы детишкам понравилось. Ну и взрослые тоже остались довольны.
каша. Очень, очень вкусная каша. Чем вот ее вкус именно так? Кушаем. Настоящая монастырская каша. Мы пришли с дочерью, пробежали 300 метров и получили медаль и грамоту. А самое главное? А самое главное – позитивное настроение. Мы все с Нефаса, ну, то есть самые красивые, конечно, с Нефаса. Мы вообще очень любим бег. У нас очень много легкоатлетов на заводе. Соответственно, мы посещаем очень много легкоатлетических забегов. Но как мы могли пропустить Нефтекамский именно марафон? Конечно же, нет. Yeah.